Сколько? Нафиг ты таранишь? Идиотина. Да блин, а вы чё? Ну почему вас так много? Ну вы чё, издеваетесь? Вышел с машины. С машины вышел. У меня оружия нет. С машины вышел, ты в школе расскажешь. Девку входнул. И всё равно. Пошли, я к тебе. Дурак, что ли? Нафиг? Женя, ты чё сидишь, спишь? Я думаешь, я уеду от них? Не уедешь? Не, давай лучше ты за руль сядешь, я не буду глушить ничего. Ты сможешь меня догнать вообще? Иди сюда внизу. Стой, 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 стой! Чё ты вышел? Чё ты вышел? Чё ты вышел? Чё ты вышел, Женя? Что ты вышел? Я тебя встал! Просто с тебя в шоке, бэй. Ты красавец, Женя. Молодец, мужик. Боже ты мой. Я... У меня нет слов. Ну ты вообще... Офигеть, Женя. Ты понимаешь, какую херню ты сделал? Я просто с тебя в шоке, блин. Я в шоке. Ты вообще... Офигеть. Да, здорово, поехали. Просто убежать, нет слов. Являюсь. Да, да, да. Чего вас все время так много, я не понимаю? А? Да. Вообще капец. Все время по две машины зафуленных. Ну, бывает. Да часто бывает, это фибы все время. Вот я как-то просто средство запихнул человека и пристегнул за плоды. Все нормально, нет? Ты может меня посадишь? Вы имеете право хранить молчание, все, что скажете, может, будет использовано против вас. Вы имеете право на один телефонный звонок и на адвоката. Если у вас нет средств оплатить личного адвоката, часто вам может представить государственного. Вам не снимаешь право? Да, ясно, ясно, все ясно. Ты понял, какую тупость ты сейчас сделал? Ты не понял? Да понял, я понял. Просто капец, у меня нет слов, честно. Ты, Женя, за нами две машины, они Туля, ты просто выходишь. Я просто смотрю на тебя, говорю, ты что ты делаешь, какой за руль? Я бы не успел сесть за руль, блин, ты понимаешь? Тут процедура обычная, сел, уехал, вообще просто. Главное, чтобы ты хоть понял, что ты сейчас сделал. Да просто... я от них бы не уехал бы. Да уехал бы ты, соберись, шкет, все нормально, все просто. У них машина тупорылая, блин, у нас лучше она. Сел, уехал, соберись. Ну, сейчас я даже никак не смог бы поменяться. Они за нами просто едут нон-стоп. Я вообще в шоке. Ладно, главное, чтобы ты понял хоть свою ошибку, блин, это капец. Спасибо. Открыл дверь к автомобилю, отстегнул человека, достал, закрыл дверь. Что еще происходит? Выходи, давай, продолжай задержание. Еще шерифа за 15-1 получается. Нормально. Уголовочка будет, что ли? Получается. Кто такие? Кто такой вообще? Кто такой? Человек. Впереди. Ты не успеешь задержание. Сотрудником ФИП является. Ты не успеешь задержание. На свое задержание иду.
Отстегнул одно кольцо, пристегнул к себе... Да боже, рот закрой пока. Отстегнул одно колечко. Пристегнул одно колечко к столу. Так, получается, ты мне УДО, да, просил? Получается, взял УДО свое, да, кинул в лицо. Здравствуйте, еще раз. Забрал УДО, да? Забрал УДО обратно. Получается, харкнул на удостоверение. Ага. Ну тут размазано все. Так, посмотрите, просто держи документики. Еще. Правый карман. Ой, он смешной. Почему правый карман? Так, давай УДО твое проверим. Прохлопал верхний и нижний. О, УДО нету! У него удостоверения нету? 15-6 халатность будет инкриминирована. У него удостоверения нету? Нет, нету УДО. 15-6 халатность инкриминирована. Так. Так, давай еще за что тебя можно приписать, давай. Мне прям интересно стало. Давай. Так. Давай тебе розыск сначала, да? А, не, подожди, тебе розыск не надо. Тебе этот фоторобот. Открыл КПК, сделал фотожабу человека напротив. А, не в розыск, и хорошо. Уже получается этот хороший мальчик, хороший. Я реализация тебе всю мутку кинул, реализация да, прав требуется. Адвокат, реализация прав адвокат требуется. Какой? Какой адвокат? Государственный. Адвокат государственный? Значит, хорошо, предварительно открой КПК, выдам вас человеку напротив, получается. Тряпочка. Все, короче, давай я в мультике, да. Стер грим. Потому что мне похуй. Открыл телефончик, сфоткал. Забил по второму. Реализация прав требуется вам? Не требуется. Так, хорошо. Пойдем. Так, ты говорил, тебе адвокат нужен, да? Есть? Есть? Адвокат требуется? Реализация прав требуется? Алло, алло. Реализация прав требуется? Алло. Алло. Телефончик возьми, тебе звонят. Как? Он обиделся. Мрым. Слышишь, я звоню, телефончик возьми. Ты, да, телефон, да? Взял? Быстро, по приказу. Реализация прав требуется, нет? Слышишь ты, нет? Слышишь? Алло? Если вы молчите, значит вам не нужны права. Последнее, Саша, реализация прав требуется? Хорошо, я засчитываю как отказ от реализации прав. Хорошо. Телефончик не был взят, получается. Трубочку ты мою повесил. Так, сейчас, начальник, сюда выйдет. Кадет, слышишь? Если он не даже удостоверение. Почему тогда кадет отменился? Спасибо. На 5 минут посадили? Нет. Братан, че меня избиваешь-то? Вот это уголовники пошли, конечно. Я сегодня такой прям... Так. Адвокат там... Алло. Алло, нет. Ничего нет. А на что ответил адвокат? Сотрудник подавил, может, не подключить. Летит. Летает, На соплошечек подавил розыск. Куда? Зачем он к нам летит? Ну ладно. Открыл дверку КПЗ. Завел человека с тем ручек и закрыл дверку. Заходил мимо, это кто тут пересчитывал? Пять минут дал.